Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, всадники Олуха. Второй день, 25 миллионов рыбы я забираю. Так, дальше. Давай посмотрим сразу события, доступно оно или нет. Да, увлекательные заготовки. Происшествие, вот оно. Так, значит, хорошо. Значит, есть чем сегодня заняться нам. Давай-ка в воду. Бесплатно. Заберем с тобой древесиночку по всем фронтам, где только можно. Так, у нас с рыбой проблема, да? Нам нужна рыба. Нам нужна рыба. Так, секундочку. Ну-ка, древоруб, покажи-ка мне свое мастерство. Да неужели? Наконец-то. Так, древоруб у нас становится титаном 91 уровня. Так, мы, кстати, можем прокачать его. Обучи 75 миллионов. Кстати, мне кажется, нам быстрее его прокачать до соточки получится. Так, ну-ка, что тут у нас, сарделька? Давай-ка сборы. Лети бесплатно. Так, барсик. Сейчас будем с тобой ролить. Янтарь либо руны. Третьего не дано. И это... это все-таки руны, да? 4 штучки, как всегда. А, 12. Ну, спасибо. Что, в приключение его опять отправить? Или все-таки уровень прокачать? Может быть, уровень? Чего там не хватает? А, у нас с рыбешкой-то вообще проблемы. Рыбы нету, прикинь. Так, что нам Грамгильда здесь принесет? Давай посмотрим. Шестерен нет. Яйцо. Так, это у нас на кого? Я же не помню. Кипятильник, по-моему. А, размягчитель. Отпускаем, конечно, его сразу же. 82 уровень. Может быть, обучить? Обучить. Древесины нет, чтобы обучить. Понимаешь? Тут все замкнуто. Либо-либо. Так, руны мы с тобой потратили в прошлой серии. Я даже, наверное, думаю, что на ерунду всякую. Необоснованную. Так, пускай древесину собирают, пока здесь мне она нужна будет. 26 миллионов принес он мне. Ты 12. Давай за рыбы тебя отправим. Так, ну-ка. Шепот. Уровень получил 93. Так, прокачиваем дальше. Твою налево не хватает. Так, этот у нас уровень получил 76. Так, пока иди собирай древесину. Я не знаю. Все нужно. Все нужно. Нужно очень много ресурсов. Где их раздобыть, пока даже и не знаю. А ну-ка. Понятно. Не судьба нам пока, да? Иди, качайся дальше. Модификрылка, спасибо тебе за рыбу. Итого 87 миллионов. Этого все равно мало. Единственное, что мы с тобой на событии сегодня можем немножко подзаработать рыбы. Как вариант. А почему ты у меня не добываешь? Я не понял. Или лети давай. Так, 36 миллионов. Тыц. Тыц. И не хватает чуть-чуть. Буквально вообще маленько. Так, давай начнем открывать паки тогда уже. Загадочный бесплатный и загадочный рекламный. Чудовище, прихвостень. Может быть, нам с тобой тратить монеты Одина? Монеточки. Шторморез, кревет, вострозуб. Слушай, а что если мы действительно начнем с тобой тратить монеты? Ну-ка. Так, во-первых, давай глянем, что у нас тут еще эти наши олухи принесли. Сломанный меч. Это все понятно. Так, и еще наш второй красавец. Забрать. Кто-то просил в комментариях посмотреть, как у нас идут продвижения в поисках легендарного дракона. А кому мы ищем с тобой? Так, я запамятовал. Ну, не этот. Нет, конечно. Так, я уже забыл, кого мы ищем с тобой. По
По-моему, его. Великий смутьян. Что нам не хватает? Нам, блин. Так, это есть. Вот этого, блин. Вот это вот не хват... всего не хватает, на самом-то деле. Выполните обмен. Где бы нам вот этих вот штучек взять? Ускорить. Так. А, ускорить, понятно. Зря только сделал. Закончил, как говорится, задание. А, там еще два впереди. Так, ну здесь мы с тобой забираем наш блестящий янтарь. Больше нам поставить нельзя, к сожалению, пока. А улучшить можно? А можно вмещать больше, да? Мы пока три, это максимальное количество, что можем делать янтаря за раз. Ясненько. Так, ну-ка зайдем с тобой сюда. Посмотрим. За монеты. Мрачная тень не интересует. Бронекрыл. О, ребят, может быть, нам подкопить 490 монет и купить? Давай, наверное, пока спешить не будем. Подождем чуть-чуть. Так, здесь у нас, наверное, пак созрел уже. Мы его заберем. Кревет, шторморез, громоль, костолом. Так, открыли. Здесь заберем с тобой награды. Ну, пока вроде бы как все. Все заняты, все при делах. 94 уровень. Обучить. 3 железа. Окей. Пускай летит, обучается. Так, ну а мы с тобой тогда потихонечку идем на события. Так, интересно, оно длинное и большое? Ну, две заходки, я так понимаю, мне придется здесь сделать. Награды руны. Руны, два пака. Руны и 4 пака. Вот и все наши награды. Ну что? Руны позволяют ускорить открытие наборов. Тут я смотрю один костолом, но две волны. Костолом у нас зелень. Твою налево, я понял, кажется, что это за событие. Это когда их здесь будет немножко, но они вот такие вот. Фиг прокусишь, фиг пробьешь. Ну ты посмотри, а. И это причем он с пониженной броней. Так, еще, наверное, бомбанем. Так, половину за руи отняли. Ну, пока не расслабляемся. Укус. Удар. Добьешь? Красавчик. Так, и водорез очередной. Ну да, их будет здесь мало, но они будут такие крепкими. Это, по-моему, до 3-го поединка. Дальше они пойдут, ребята, легче, но их, по-моему, будет больше. Как по мне, так лучше пускай будут вот такими. Как бы крепкие, но по единичке. По крайней мере, мы втроем атакуем. Нам проще там скоординировать свои движения. Вперед из песней. Выдают нам 50 миллионов рыбы. Ну, рыба нам нужна. Мы с тобой уже, как говорится, занялись прокачкой наших драконов. Так что, чем больше, тем лучше. 50 рун мы с тобой забираем. Все. Так, очередной поединок. Раз, два, три. Три боя будут, ну, практически никакие. За какой-то там тусклый янтарь будем драться. Но он того не стоит. Единственное, что говорю, большой плюс вот в этих вот событиях, что мы с тобой в конце крутим рулетку, да, после каждого поединка, и в нем можем поймать ту же самую рыбу, выловить, да. Либо какие-нибудь усиления для нас. То есть не просто так крутится. Можно даже пак найти.
Какой-то ты тугой, парень, я тебе скажу. Вообще тугой. Не знаю. Так, мы уклонились. Хиляться надо нам? Да, по-моему, вроде как не надо. Ну, а так тоже бомбить впустую смысл, да? Выхильнемся. Ох ты, масуху зарядил. Ты посмотри, что делает, а? Щелк и нет его. Так, шепот. Ну, этот будет полегче чуть-чуть. Потому что разбирается попроще. Еще и промахивается. Да, события это мы за сегодня не пройдем. Это точно. Ну, половину так это как пить дать. Преодолеем. Давай, что-то там. Понижаем ему еще броню, ко всему прочему. А дальше уже пускай тут что хочет, то и делает. Все равно ему не жить, он не жилец. Все. Так, крутим колесо и забираем. О, плод мудрости. Я думал, что древесина выпадет, но... Плод мудрости тоже никогда не помешает. Все, погнали. То есть мы с тобой дойдем до куда, получается? До босса вряд ли. Так, ну смотри, здесь уже пошли обычные. Видишь, состояние здоровья у него какое. То есть разнесем его в пух и прах буквально за секунды. Наверное. Нет, за секунды не получилось. Но, тем не менее, еще один удар и все. Опять же, две волны. Так, два костолома и два зеленых. Если не ошибаюсь, вот этот именно бегун. Этот огнеплюй. Сейчас проверим. А хотя они не успеют, наверное, сделать. Да, этот бегун, который разбегается и глушит. А вот этот у нас чисто огнем бомбит. Так, понижаем броню. Давай, кривоклык. Отлично. Так, ну что ты там, сморчок, сделаешь? В плане, он тоже разбег сейчас сделал? Ё-моё. Друзья мои, я, наверное, попутал. Да нет. Может быть, у него есть, помимо огня, еще и разбег. Вот такой может быть у нас. Ну что, хиляемся. И, скорее всего, сейчас добьем. Все. Рулетка в деле. И выпадет нам 75 миллионов рыбы. Рыбка, короче, нам остается. 131 миллион вообще. Общее количество. Ну что, последний... Подожди-ка, не последний. Еще два. То есть мы с тобой дойдем все-таки до мини-босса. Так оно получается. Значит, если мини-босс будет у нас повержен, мы получаем еще 50 рун. Ну что же, справедливо, я считаю. Поехали. Так, Хофер. Одинокий. То, что... Ага, и три волны уже. Вот оно. Счастье привалило. Три волны. Ладно. Раз. Два. Три. Понижает атаку моему барсику. Так, здесь у нас пристеголовый плюс клыкокрив. Давай вот так вот я бомбану. Сейчас они вдвоем будут ходить. Уклонение вообще не попало. Фух, мазила. Ну-ка, барсик, наказывай. А мы хиляемся. Твою налево, как ты меня раздражаешь. Три энергии, у него такая мощная огненная атака. На трех энергиях. Так, кривет. Кривет, кривет. Пока, пока. Кусаем, кусаем. Конечно, не будем от него отставать. Ни на секунду. Пока его не добьем. Он еще и повышает себе атаку. В надежде что-то здесь нам сделать. Нет, ничего ты нам не сделаешь. А вот мы штормореза с тобой сейчас прижучим. Так, хиляемся. Это последняя волна.
И добивка. Вот и все. Заберем награду в виде 25 миллионов древесины. И получается у нас с тобой последний поединок. Да, ну а завтра по возможности, наверное, да пройдем это событие. Ну почему по возможности пройдем? Если, конечно, в конце какую-нибудь пакость не сделают в виде неубиваемого босса или какой-нибудь топчик, что у нас бывал. Так, Громгильда, точнее, злобный змеевик и шепот смерти. Ну ведь острокрылый змеевик, это же и есть Громгильда, ну просто... Это у нас прирученный дракон, да? И он именно находится у Астрид. Поэтому она назвала ее Громгильда. А так это тот же самый дракон. Так, давай, наверное, хильнемся. Оу, я хотел хильнуться, а не просто укусить. Ну что ты? Что ж ты делаешь, а? Супостат. Ну, сейчас давай лечиться тогда. Скалотряс. Скалотряс плюс водорез. Что-то компания. Ну, сейчас начнет свои кусания. Так, мы, если что, захиляемся с тобой, получается. Должны же успеть. Или барсику крышка. Он выжил. Он жив. Он жив и будет мстить. Так, хиляемся обязательно. Ох ты. Костолом и ветрокрыл. Но если этого мы с тобой разберем, вот с ветрокрылом, мало того, что он страж зеленый, фиг разобьешь. Барсика только не надо бить. Угу. Он так меня и послушал. Ладно, мы сделаем с тобой так. И вот так. Скажи, что хочешь, то и делай. Давай, применяй свой суперудар, пожалуйста. А чё ж ты? Чё ты не стал его делать, а? Испугался, да? Суперудар применить свой. А сейчас? Ну, мимо. Мимо, парень, потому что ты слепой. Как крот. Кусаем. Пока ничего страшного не будет. Мы успеем с тобой накопить еще на один удар слепотой. Все, пускай он тут стоит у нас в неведении. А мы его будем сейчас чмырить. Да-да. Именно так. Сюда. Блин, а что получается? Слепота с него слезла, да? Сейчас будет влуплять. Сейчас будет... А, нет, все, тогда тебе крышка, парень. Да выпендрился. Крутанем колесико, заберем награду. Окей. Ну и забираем 50 рун. На сегодня это все, что мы заработали. Так, закрываем. Тут у нас ничего нету, ничего недоступно. Все в работе, все в пахоте. Ага. Давай, 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 лети. Нечего прохлаждаться здесь. Ты за рыбой. Так, и все, что ли? Остальные все прям при делах. А где у нас нюхохват? Нам нюхохвата нужно, я не помню, там прокачивать, что ли, его? Так, у нас еще и тут уровень. Иди. Сколько? Чего там не хватает? Древесины. Я удивлен, что у нас на почте вообще, ну, ни дровишки просто нету. Блин, а где же нюхохват-то, а? Так, здесь, ага. Зачистили с тобой эту поляночку.
Зачем только ума не приложу нам эта поляна, если мы ничего не можем с тобой здесь построить? Надо было вот тут вот делать нам. Было бы у нас больше драконьих насестов. Так, ну что, ребята, на этом я, пожалуй, буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.